Hello dear students, we are about to finish this module and today is the lesson number 9. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы, и мы почти закончили данный раздел. Сегодня мы приступаем к уроку номер 9. В рамках этого урока мы должны сделать следующее. By the end of the lesson, you will be able to. К концу урока вы сможете. To understand the vocabulary from the text. Понимать слова из текста. To use linkers. Использовать слова-связки. И последний пункт. To answer the questions on the subject my hobby. Отвечать на вопросы по теме мое хобби. Now open your books at page 15 and find exercise 1. Откройте книги на странице 15, найдите упражнение 1. Здесь изображен email. Посмотрите на пункт Study Skills. Это синяя рамка в левой части вашей страницы 15. И затем прочитайте данный текст. Итак, study skills, linkers или слова-связки. Use a variety of linkers and with, but, also, however, though, to make your piece of writing more interesting. То есть, вам дается совет использовать слова-связки для того, чтобы сделать вашу письменную речь более интересной. Также можно использовать and as well to. Данные три связки мы используем для того, чтобы присоединиться к чьей-то идее, к чему-то мнению. И чтобы, наоборот, показать противоположное мнение, мы будем использовать связки but, however и though. Что касается их переводов. And – и, with – это с кем-то, с чем-то. But – это но. Also – также. However – однако. И though – это хотя. А сейчас попробуйте использовать их при письме, выполнив упражнение 2 на странице 15. Например, free running is exciting. И вторая часть предложения, it can be dangerous. С помощью союза but, но, мы можем объединить эти два предложения в одно сложное. Free running is exciting, but it can be dangerous. То есть, бег он восхитителен, но он может быть опасен. В следующем предложении вам нужно использовать слово as well, что означает также, кроме того или вдобавок. Примерно такие значения у него на русском языке. В третьем предложении however, однако. В четвертом though, хотя. И в пятом to, тоже, также. Можете поставить видео на паузу и выполнить данное упражнение. И последнее задание для этого урока, упражнение 3 на странице 15. Подумайте о вашем любимом занятии, хобби и ответьте на данные вопросы. What is the name of your hobby? Как называется ваше хобби? How and where do you do it? Как и где вы этим занимаетесь? Третье предложение. What do you need to do it? Что вам нужно для того, чтобы заниматься им? И последний вопрос. How do you feel when you do it? Что вы чувствуете, как вы себя чувствуете, когда вы занимаетесь этим? Данное упражнение также нужно выполнить письменно. А на этом сегодняшний урок завершен. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Если вам все понятно, тогда вы достигли всех целей урока.
И вы большие молодцы. So our lesson is over. See you next lesson and goodbye.